Всем привет! Ходила на рынок, мне надо было лук, сивок и так все немножко, скажем так, овощей. Помидорки у нас пока, скажем так, не местные, 350 рублей розовые, но в прошлый раз брала, ничего, мягенькие, более-менее сладкие. Уже тепличные огурчики, 250 она, по-моему, отдала. Немножко взяла. И вот, как говорится, главная покупка. Главная покупка это была, зачем я ходила. Это вот такой вот лук. Потому что я сеяла сама чернушку, и чернушка у меня оказалась мелкой. Так, сейчас я распакую и немножечко вам покажу. Так, смотрите, значит, вот этот лук стоил, он покрупнее, 50 баночка. Ну, если типа акции берешь 2, то тебе дают за 100 рублей. Если я уже ничего не путаю. В основном лук мелкий был. Как показала практика, лук мелкий сажать смысла я не вижу. Скорость плохая. Так, здесь та же самая история. Здесь помельче, конечно. Здесь более-менее ничего. Ну, считай, еще ему недели 3 минимум у нас он будет где-то в коробочках лежать. И вот такой белый лук, синий сюда попал. Тоже выбрала более-менее не крупный, средний. Ну, в основном прям мелкие продают. Пробовала ли в прошлом году тоже брать мелкие, и до этого тоже схожесть. Если не совсем, как бы, скажем так, благоприятные условия будут, то схожесть будет не очень. И лук, естественно, крупным не вырастет. Помните, я вам показывала, лук покупала 3 головки, там просто вот это вот такой здоровый был, им просто было, можно как сказать, убить, да? Кинул и все. Ну, вот такие делишки, такие закупки. На данный момент, если уже брать едовой лук, у нас стоит 30 рублей килограмм лука. А если брать вот такой, то есть 250. Ну, короче, вот это у меня закупочка получилась. От 250, да, то есть килограмм идет. Ну, я вот такой брала баночками, поэтому мне как бы там полкило получилось. Но все равно, смотрите, вот эта вот закупочка лука на 650 рублей. То есть, если мне пойти купить там килограммах, то, я думаю, мне бы так хватило приличненько. Ну ладно, свой сад, огород есть, чернушка, ну я сею, но она тоже мелкая. Мы, конечно, ее посеем, но почему-то у нас не рождается. В принципе, вот тоже с женщиной говорила, она то же самое сказала. Но пока вот такие дела. Еще надо будет подкупать белый и синий лук. Такой мы брать не будем больше, нам его достаточно. Нам он нравится, потому что он хорошо хранится до самой весны, он не прорастает у нас. В первую очередь всегда едим вот синий, он как-то быстрее портится, и вот потом белый. Вот такая закупка. Всем спасибо за просмотр, пока!